Всем привет! Сегодня будем закрывать на зиму компот из винограда. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем сухую чистую 3-литровую банку и наполняем ее гроздьями винограда. Заполнять надо где-то на треть банки. Затем заливаем в банку кипяток до самого верха. Льем понемножку, чтобы банка не треснула у нас. Накрываем крышкой и даем так постоять минут 10-20. Прошло 20 минут. Сливаем воду с винограда в кастрюлю. Добавляем сахар, лимонную кислоту, размешиваем. И отправляем на плиту, пусть закипит. Как только сироп закипит, заливаем им наш виноград. Открываем банку крышкой и закатываем. Закрученную банку с компотом переворачиваем вверх дном, накрываем чем-то теплым и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Компот из винограда на зиму готов. Пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.